Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Юрий, и сегодня я вам хочу показать новый, лучший в своем роде чит на приложение Копатель Онлайн от меня. Да, действительно, он лучший. Почему? Не потому, что у него самый лучший путь, а потому, что он именно от меня. И для меня он лучший, потому что сделал его я от всей души к вам. И его вы можете скачать совершенно бесплатно, без никаких регистраций и прочей ерунды. Не то, что копхак. Копхак вам нужно много запутаться, чтобы его скачать. А здесь нет, здесь скачиваете ссылку в описании, и вы можете нормально напрямую его скачать без никаких трудностей. И ладно, поехали к обзору. Давайте, ребят, я вам буду делать только по парочке функций, не сразу все функции, ну, 2 или 3 со строительства и 2 или 3 с войны, чтобы не занимать много времени. Вам же тоже не хочется так много смотреть этот видеоролик. Итак, давайте же сразу подключаемся к игре, выбираем наш браузер, нажимаем открыть и открываем все функции с режима войны, а также строительство. И давайте, например, длинный прыжок. Длинный прыжок, он прыгает на один или два блока дальше, чем обычно. Как вы видите, сейчас вам будет необычно прыгать, видите, он прыгает дальше. Как вы увидите у себя, вы так далеко прыгать не можете. Давайте же проверим функцию высокий прыжок. Здесь высокий прыжок намного выше, чем в копхак. Копхак только выше на один блок, а у меня на целых 12 или же 13 блоков. Я уже не знаю, сколько там, я не считал. Но смотрите, сейчас мы допрыгиваем вот до самого верха. Еще одна замечательная функция — спидхерка, которая есть в моем чите, с помощью которой вы можете рушить намного быстрее все блоки, а также их ставить. Это же мощь, это же троллинг Копателей Онлайн. Функция спидхак позволяет вам передвигаться быстро по карте. Ну а чему все время о строительстве? Давайте же перейдем к режиму война. И как вы видите, мы уже в режиме, выбираем первым пистолет Бюгер, так как нам будет нужна функция оружия, поэтому нам нужен этот пистолет и другое любое оружие. Итак, первое, что у нас здесь по списку, это ломание блоки с одного выстрела. Ждем, пока нам выскочит окошко, что функция активирована. И как вы видите, вот наше окошко, функция ломать блоки с одного выстрела активирована. И теперь, когда мы стреляем в блок, он сразу же ломается. И у вас нету никаких к этому проблем. Функция бесконечной пули. Когда вы стреляете, у вас пули не тратятся. Перепрыгнем к оружию, чтобы не смотреть вот эту всю ерунду. Давайте же отжимаем крестик на оружие и, как вы видите, у нас сразу же, ух ты, так быстро активировать наше оружие. Нажимаем ОК, и вот меню с нашей всей оружкой. Вот, что хотите, то и выбирайте. Вот. Стоп. Итак, давайте же выберем, например, как вы видите, я с люгером нажимаю на двойку, у меня люгер. Давайте же выберем гранатомет. Ух ты, то, что любит каждый читер. Смотрите, опа. Ой, не попал, промазал. Ну, бывает все. О, теперь попал. Смотрите, как же красиво, как же хорошо. Итак, дальше у нас еще идет автомат. И, например, нажимаем заново на двоечку, где у нас стоял люгер. И у нас меняется на автомат. Дальше можно еще вот такую вот винтовочку взять. И нажимаем опять на двоечку, у нас меняется оружие. И так вы можете применить любое оружие. И без никаких проблем. Ну вот и подошел наш обзор к концу. Вы можете подписаться на группу ВКонтакте, которая только начала заново развиваться, так как старые группы все забанены. А также подписывайтесь на канал и тыщи палец вверх. Всем пока. До скорых встреч.